Германия планирует создать собственную криптовалюту, выпущенную Центральным Бундесбанком. Как сообщает CoinTurk, дискуссии в Германии на эту тему продолжаются. Глава Бундесбанка Германии Дженс Вайдман отметил, что для пользователей криптовалюта Центрального банка станет наилучшим вариантом, потому что банк всегда сможет погасить свои долги и никуда не исчезнет. Также Вайдман считает, что децентрализованная структура биткоина и отсутствие централизации в сети ухудшат ситуацию в возможном предстоящем финансовом кризисе. А правительственная криптовалюта сможет избежать негативных последствий благодаря государственной поддержке.